Причем он реально немедленно, я не смотрела. Не тормоза этот никак не могут это. Смотри. Вот она, видишь, там столб начинает столкнуться там. Она по тросу этому долбанула, получается. Трос висит. Отодвинула. Нафиг он еще туда запрыгнул, смотрите. Ну, он хотел ковш, чтобы назад. А какой там в дыму уже. Дым уже бесполезный. Не хотела выпрямить. Ну, чтобы до конца не следовало. Ну нафиг этот ковш, я бы сказала, идите вы со своим ковшом. Обратно его. Чего это лезет? Ну, он его поворачивает, выпрямляет. А толку-то там, наверное, уже и проводка сгорела. Ну, таким угарным он, конечно, там в самой кабине, там, представляешь, что было, творилось.